друзья, хочу выразить огромную благодарность моим постоянным помощникам, спонсорам. Это фирма HFCN с ее одеждой, благодаря которой я добираюсь до этих мест. И обувь фирмы Evoshoes, благодаря которой я хожу по снегу, по воде, в палатке, везде. Вот. Все ссылки на мою, ну, на одежду, которую я ношу, и на обувь, будут в описании под роликом. Ага. Есть. Ой, маленький. Кушок. Такой нам не нужен. Мелковат. Мелковат клоп. Осенью поймает день. Да, пусть подрастает, конечно. Так, а эти матрошки будем чуть попозже. Сначала уху варим. Будем варить уху. Наши головы, тут все. Все. Чучьи головы. Ох, получится наваристая уха. Еще вот позвоночники есть. Позвоночники. Хорошо. Так, голов много. 3 головы целых. 3 позвоночника должно быть. Вот. Ну и тут что-то ребрышки тоже бросил. Короче, все бросил абсолютно. Все, что можно бросить. Уху. Знатная уха будет. Уху мы будем варить, тысяч. Чистящую уху из рыбы. Вот. Поставим, пусть варится долго. Потихоньку пусть варится. Что у нас? Нам будет, потому что все равно печку топим. Пускай там что-то тихо варится. Стоит. Да? Прям ускоренную не надо. Ускоренную, когда рыбу клевать надо. Надо ускорить, чтобы рыба клевала, да. Рыбу клевать, это ускоренную не надо. Нам рыбу клевать, клев рыбы ускоренный нужен, а не. Уха ускоренная. Правильно говоришь, правильно. Так, чай батур. Будешь чай батур? Сахачай. Берет то. Берет то. Откуда ли берет? Берет сир этого, берет то. Щитовник пахучий. Щитовик пахучий. Вот это ух ты, папоротник. Папоротник. Как бы, ну, он то нам там помогает, не знаю, говорят. Вот вот. Так, сейчас будем нарезать, ой, то есть не нарезать, а готовить потрошки.
Для этого мы... Доска нам нужна. Вот. Для этого щук наловили. Для этого мы вчера щук поймали, да. И этого щука не клюют. Всех выловил я вчера. Дмитрий сделал вывод. Оказывается, говорит, вот из-за этого, говорит, щуки-то не клюют. И вчера всех тут, говорит, выловил, оказывается. Ну да, пришлось постараться выловить. На славу постараться пришлось. Ага, вот. Нет, сверху. Верхнюю берет. Видишь, сорога есть. Так что лови, Дмитрич, лови, лови сорогу. Дмитрич кого-то поймал. Красава! Вот это да! Вот это красава! Кто взял, а? Вот это да! Хорошего взял! Смотри-ка! Кто это, Сик, да? Вообще хороший же, да? О, круто! На какой глубине взял? Измерим-ка. Раз. Какие метры? Да, 3 метра всего, ё-моё. Да, это не ходил, да? На 3 метрах взял. Я же говорил, где-то вот они поверхность, по поверхности плавают. Ну тут, блин, твёрни, я не хочу твёрни играть. Ну? Я буду. Они на поверхности плавают. Так. Да. Айдан. Айда рыба. Айда рыба. Айда рыба. На, держи. Надо пакет надо вести. Эти кукуруза пакета. Ого, где массово того, да? Да, ну, а по пакетово. Краб там. Кровайду. Бастан. Сразу, Дмитрич, солить собрался, сразу прям живьем практически. Радость идет предела. Живьем. Ну, отлично, отлично, Дмитрич. Рад за тебя, рад. Вот. Внучки на подарок. Внучки на подарок, говорит, будет сейчас. Солить там сразу, что-то делать. Вот. Ну, а мы поставим здесь на всякий случай. Чертика пускай стоит тоже на такой же глубине. Ну, там чертик без ничего, правда. Голимый чертик. Сейчас отрежу кусок хотя бы кальмара туда насадим. Думаю, пойдет. Пока Дмитрич там будет... Будем готовить рыбу, витамин D будем готовить, вот, ну, вот вчерашние кусочки наши, вот тиша там, что было у нас, это все мелко вот так нарезаем.
Сейчас быстренько прожарим это все. Прожарим, будет вообще идеально. Ты чё? Ты балансирный камень. Ох, ну, да. Балансирный камень. Вытащить рыбу нечаянно уронил. Бывает такое. Ёлк ты зелёный. Бывает же, а. Это бедря выгонятого. Вон, в синем бедре. Я был там, не утолал у тебя. Ну, воды набрал оттуда, да помыл. Чуть-чуть бедрёвый. Ну, сейчас подцепит все равно. Придется камеру включать, наверное. Посмотреть, где она там лежит. Ну, попробуй так, если не получится, будем это. Пробовать камеры. Здесь не надо вырвать, заполнил батон. Эй, блин, надо, ну рогал бахты. Табак. Каптра, катухтра, гох был один. Эти тембетте, а бахты. Сюда это была, туда это была, ну вообще да. Туга панцирь как будто. Чужие это. Каторга. Один вон у этого мало. Жарало. Угадательно. Уехал или нет? Ура. Я во-во-во, калуян-калуян тебе выкидик. Ух, пула. Планер курдук. Печёночка. Печёночку нарежу. Хоть дорогу побарахал бы ты. Дмитрий Ильич, я хаил врагу. Ладно, подобрать мне. Ехал. Ты все ходят в дверь. А ну-ка. Начал солить тех, куда он бить, так, короче, он там битвит. Просолился как будто. Белево. Ну, буду такая ехать, понимаешь, что? Блин, ты что, как это прохладно, ты ебать. Все, значит, я почистил всю рыбу. Вот получилось вот столечко, хоть немного, но для прожарки попробовать пойдет. Сейчас посолим маленько, поставим. Готовить будем на этой плитке.
курить с горя. Ладно, молодой. И смотри на это вот так вот, вот трутанг-то. С горя. Что делать? Горя ломает. Варка вторую ленди, конечно. Огромная. Все. Арыны бери, а? Вот арыны. Чуть-чуть маслица добавлю, чтоб... Вот. Хорош. Потому что внутренние жиры я не брал, желудки не стал копошиться. Да там маленькие были желудки. Щуки-то не очень большие. Маленько воды добавим. Уже подкипает маленечко. Температура пошла. Вот здесь у нас что получается. Такое блюдо. Кто пробовал, тот знает. Кто не пробовал, попробуйте. Кто не пробовал, да, обязательно попробуйте. Приготовьте также. Пальчики оближите. Так, а здесь у меня уха стоит, готовится. Видите, вот уховарка написано. Нормально. Рыба все равно не клюет. Пока рыба не клюет, мы чем-нибудь занимаемся полезным. Уха неплохая. Красавчика! На этот раз не упущу я тебя. Ты что так сказал-то? Упустил что ли в прошлый раз? Ну ты мне барахлам-то вот так. Вот красавчика, вытащил опять. Все-таки, да, все-таки он существует. Вот это. Баянай. О, видите, он ему Дмитриевич, он рыбу какую-то дал. Ай да рыба. Ай да рыба. Ну, мы отстаем, отстаем. Что сделаешь? Я подманил ему, он поймал. В следующий раз Дмитриевич подманит, наверное, мы поймаем. Хотел же ведь маленькую блесенку опустить. Ёлки-палки, а. Я гердарить, мудр. Тебе оттен ого, да? Да, я не. Бля, примите, мама. Я надел эти. Мудр, где? Вот такая ему была. Да, где ему бах, где ты что? Видите, мама, ну лоха, раз тебе. В этот раз не отпусти. Дед. Ну так хабану выглядит. А ну он когда-то упустил так один раз. У него сорвалось так. Было дело. В одно время так. Прям в лунки вышел и обратно ушел, да? Не смог поймать. Да.
Повезло так повезло, Дмитричу. Когда-нибудь нам тоже повезет, я в это верю. На хорошее место сели, да? Угу. Сюшковое. Блин, будет на сюшковое на филевте. Да, ну вот такие надо ребята, хорошо, не. А ну-ка. Угу. У меня поклёпка. Наша любимая сорожка. Она рада. О-о-о, нама окунь. Смотри. Красавчик. Ну, я говорю, окунь, смотри, он еще этот вытащил, шипы свои расшиперил. Рассердился, что его поймали. Как вам такой трофейчик? Вот так сделаю большой живот. Еще один такой и... Ну вот, Дмитрий сегодня уже две рыбки засолил. Поздравим Дмитрича все. Еще один и нормальный. На стол хватит. Да. На день рождения внучки. Бог любит троицу. Сколько внучки-то? Два года. Ну, на два года надо две рыбки, Дмитрич. Вот получилось такое блюдо обалденное просто. Ставим на стол. Вот. Так, Дмитрич мне раскрыл секрет свой. На потрошки. Оказывается, он на потрошки рыбачит, на, поэтому у него сиги ловятся. А мы сидим тут. Кальмарами, с кукурузами. Поэтому у нас не ловится. Еще пару сигов вообще счастливым человеком будет. Можно сорову переквалифицировать. Так, ну что, война войной, обед по расписанию. Вот сейчас позавтракаем, нехило так, что у нас тут есть-то, да, у нас тут все есть. Аура, рыбка. Я рыбка, сиди. Да. Приятный аппетит, товарищ сиди. А? Приятный аппетит, товарищ сиди. Приятного аппетита! Угу. Будем сыты и хлеб будет. У нас еще уха стоит. Так что еще уху будем есть. Вечером. Ага, чувак. Поклевка только что была. Перестем шарот забитый. Движение медленное идет. Да. Прозевал. Такую поклевку прозевал, а.
фиговые ребята. 100% фиговая была. Была куска. Вот. Вони дрінба, дрінга тоді була. Дрінчу могут, да. Помахтені похвали. Куди полом там? Опять прозевала. Ну ничего. Сорога я був гладить. Мені час питати де зараз. Окей, не іначе оспа. Трешечек стоит. Пока полежи. Еще рыбу лохана есть такой. Сейчас покушаем. На, 3 метра. На трех. Ну мы сейчас тоже трешку делаем вот, тогда. Ребят, смотрите, баяны. Один. Давай. И дедушки Дмитрия. Внучка день рождения, вот видите, баяной готовит соленую рыбу. Но дома не запасся, бортик заказ примет. Вот у него дома нет рыбы, поэтому ему отправляет баяной сам рыбу. А у нас дома рыбы нету, но нам баяной тоже не отправляет деньги. Наши праздники соленые рыбы, поэтому байна дает. Но. А день рождения это святое. Но. Хорошо просил, видимо. Во сне видел. Ну, главное, что мы узнали, что рыба тут есть. Да. Все почему удержал. Да все хорошие, говорю. Друг этот пакет. Много пакетов бы так и не. То 9-го, так и пакетах она рынкет. Это из такого дорога, блях. Так брака перенадо. Ну, она улыбка. Ну, халан всех пакетов. Я тут своих сивов таскаю. Блин, манныхер лядики. Обалдеть. Ой, ребята, хороший человек. Солить буду. Так. Немножко посолить. Во, сорога какая, во. Вот это да.
Зато бельдарди бельдарди. Бельдарди бельдарди.